Решили ставить мы Шекспира, но не нашли лицензионный перевод. За электронный переводчик мы студентов усадили и получили вот такой компот. Репетицию Уильяма Шекспира представляет физико-математический факультет! Приветствовать вас за лето. Стихами говорю я неспроста. Сегодня вам представим в новом свете известную всем печальную повесть о Ромео и Джульетте. Так, слова появились. Ну что ж, попробуем прогнать нашу сценку. Сцена первая. Дом Монтеки. Потом! Где мой текст? Привет, мой сын. Привет, ижонка. Иди ко мне пожарь печенку. Боже, кто переводил? Глава Монтеки. Иванов, где зачетка? Прости, Ромео, как дела? Приветствую, отец. Моя зачетка. Дела нормально, как всегда. Я слышал, нынче будет бал в губернском. Какой губернский? Бал в Вероне. В Вероне я бывал, обедал. Вкусный был компот. А есть на бал билеты? Билетов нет, но мать флайеры достала, и мы отправимся на ретро всей семьей. Я слышала, там будет интересно. Любовь и страсть, и красота, и... Опять не те слова. Отец, довольно. Подана карета. Гнилая в яблоках шестерка. На бал, отец. Сотый оп. Камон! Уй! Ну как я вам, отец? Не в мать пошла девчонка. То есть я нехороша? Ты красива и стройна, моя дочь, ну вся в отца. Слава Божьей Матери, не в тещу. Я слышу крики, голоса. Джульетта, там твой брат вернулся из Одессы. Тибаль! Из ВДВшных войск. Привет, сестренка! Привет, мой дядя! Привет, Сибальд! И тетя, здравствуйте! Приезд, племянник мой, нам надо всем отметить. Скорей на бал! Но есть одна проблемка. Племяш, ты ж вырос из лосин. О, дядя, ты не поверишь, но в армии я тоже танцевал. Лосины выдали мне впору. Отлично, все на бал. На бал. Сцена третья. Бал.
вас прекрасная осанка, и статный вид, и страстный взгляд. Я польщена, но, сударь, вы бестактны. Но так не нужен, когда ты окрылен той красотой, увиденной на медне. Я никогда не слышала подобных слов. Мне нравится, и вы мне интересны. Но если вы напыщенный наглец и не пытаетесь, вы меня не соблазните. Не будьте так строги ко мне. Я просто угодил к вам в сети. Я что, похожа на ловца? Нет, вы та, вы красота. Вы та, о ком мечтают даже дети. Вы лучик счастья на планете. Прошу, скажите ваше имя. Джульетта Капулетти. А я Ромео. Я Монтекки. Джульетта, ты ж семью всю предаешь. Домой от этого бесславного мерзавца. Сейчас прольется чья-то кровь. Мы цивилизованный народ. Не надо нам кровопролития. Постой-ка, Климке. Ты ж не сдал зачет. Так получай ты шпагу между ребер. Монтекки, это шпага, не секира. О, дядя! В глазах темнеет у меня! О, черт! Я не хочу! Кря-кря! Он что, крякнул? Убийца! Вы заплатите! Семья, домой! Оплакивать потерю! Сцена четвертая. Пропустим. Сцена пятая. Дом Капулетти. Дочурка, к нам гонец. Не томи, мамуля, пусть проходит. Свет озарил мою больную душу. Бель, вам сообщение, дорогуша. Ого, наверное, мамеска. Нет, банально. Эу, смс-ка. Скажи, горбатый, от кого? Ромео извинения шлет за брата и назначает встречу в 6:00. Какая новость! Это ведь прекрасно! А что еще? И смайлик вот. Ой, подарок всей семье. Маман, я отправляюсь на свиданку. Значит, на обед себе не накрывать. Сцена шестая. Свидание. О боже, вот это я попал. Склероз. Какой я был дурак, что вас не замечал. Аж целых 80 лет. Но все вдруг поменялось в один миг. И встретились мы с вами. Ведь бал чудесный вас соединил. Два любящих сердечка. Пришла бабушка Монтекки? Дедушка Капулетти? Внучатки? И у вас здесь сходка? Ромео, ты принес лекарство мне от печени цирроз. Ай, бабуль, не заговаривай мне зубы! Не смей так разговаривать с бабулей! Не убивай его, дедуля! Он молод, глуп еще, и я люблю его! Горим, горим! Нет повести печальней во всем мире, чем повесть о перевранном Шекспире. Поделен между злом и добром, очень непросто в нем быть королем, и в этом не бывает порой не разобраться, кто шут, кто горой. Быть королем, жить под замком, утром война, а днем светский прием. Сильнее мира вдали от земли, что мы